у меня было желание занять первое место на мире, и вот с этим желанием я шел на каптесте. В прошлый раз у меня это не получилось, и я как бы усвоил уроки, можно так сказать. Я был очень рад. Я, в принципе, уже знал, что у меня первое место, потому что я смотрел на соседний стол и понимал, что у меня такой же результат, но я выиграл по времени. И я просто был в такой радости, что как бы это эмоции немножко были подавлены. Но я был счастлив. У меня были некоторые ошибки, которые я старался исправить. И сейчас я более детально подхожу к распознанию чашки, можно так сказать, и неторопливости. Я работаю бариста, и очень часто в процессе смены я ставлю каппинги, небольшие, но я пытаюсь пробовать, распознать вкус. Мне это очень интересно, и мне как бы это вдохновляет. Иногда я ставлю триангуляции, как сегодня были, иногда я ставлю альтернативные каптесты. И, собственно, это все азартное, это такие спортивные дисциплины, и мне это очень нравится. Вот. И просто я стараюсь это миксовать и делать так, чтобы мне было комфортно заниматься этим. Вот, собственно, все это, все просто. То есть такие штуки плюс желание, плюс команда.